Господин председатель, мы голосовали против предложения, представленного Российской Федерацией. Я повторю то, что сказал ранее. Сегодня все авиаудары по Алеппо должны немедленно быть прекращены. Все боевые действия в Восточной Алеппо также немедленно должны быть прекращены. Прежде всего, нападения без разбора, которые являются нарушением международного гуманитарного права. Если бы соглашение между Россией и США от 9 сентября действовало бы, мы могли бы реализовать меры с опорой на это соглашение, но, к сожалению, это не так. Япония не может поддержать российское предложение. Благодарю представителя Японии за его заявление.